Привет. Сегодня приехал пострелять. Ох. Слез тут не расскажешь. Появились новые патроны у нас. Напоминаю, у нас в Беларуси патронов в продаже давно уже не было и не планировалось. Тут привезли, но привезли только тулу. Вот такая вот тула, 150 грамм. Оболочка. Еще и полуоболочку привезли. Я уже пробовал стрелять и теми, и теми. Пока все печально. Мой усик с такими весами как-то очень не очень хорошо работает. Вообще непонятно. Короче, что решил сегодня? Что-то уж как-то сильно печально все получилось. В тот раз я отстреливал, у меня где-то 2,5 минуты они разлетелись. Ну, то вообще ни о чем. Былые годы я бы такого, конечно, даже и не смотрел бы в сторону этих патронов. Но сейчас других нету. Только вот такие привезли и все. И не факт, что еще что-то привезут. Их там в Минске разобрали. До нас вот все, что доехало. Поэтому приходится брать, что есть. Я таких набрал, сколько, 6 пачек. Хочешь, не хочешь, придется с этими охотиться. Что думаю? Сейчас хочу кое-что сделать. Я как этот прицел купил, я его не снимал ни разу. Все время стреляю только с ним. Он день, ночь, ну, мне, в принципе, всем устраивает. Но все же решил перепроверить. Какой-то уж сильно большой разлет, 2,5 минуты. Эти оболочку, которая повышенной пучностью, вот такие вот три штуки тоже есть, я их тоже сегодня набахну. Их раскидало на 2 минуты, повышенная кучность, 6 сантиметров на 100 метров. Жесть, конечно. Поэтому что сейчас попробую поставить я свой старый проверенный прицел. Что-то вообще болтается, снимаю. Сначала я бахну с ним. Только вспомнить еще в каком слоте был, по-моему, в этом последнем. Раз. Два. Тут все-таки оптика. Не электроника. Понадежнее немножко. Я так думаю. Хотя, кто его знает. Сейчас пробую, короче. По 2 штуки буду лупить. Ух, как я давно с этого прицела не стрелял. Люблю я оптику. Почему мне вот этот прицел нравится? Намного больше вот этих всех квадратиков. А то, что он так вот на карабин становится. У него круглый этот сам зрачок. Разрешение 2К. У него смотришь как вот в оптику. Почти неотличимо. Ну, сейчас попробую с настоящей оптикой. Этими патронами он не пристрелен, поэтому вообще не знаю, куда попадет. Хочется надеяться, что вниз попадет. Хотелось бы еще и этот пристреливать. Сегодня попробую Соши. В тот раз я вот с этой вот приблуды стрелял. Она шатается. Ну, попробую сейчас Соши. Давно уже с них тоже не стрелял. Прям ностальгия. Ох, красота-то какая. Не, все-таки оптика, еще оптика. Забыл даже, как им тут. Вот оно, увеличение мое. Сколько поставим? 12. Теперь чем-то зарегулировать. Это параллакс. Сейчас параллакс настроим. Отстройка от параллакса. Мне надо, по идее, на сотню, да? Ну, тут циферками надо смотреть. Начинаем пристрелку. Чуть не забыл. Ё-моё, вовремя. Как вовремя вспомнил.
чуть не нажал. Сейчас бы мне долбануло по ушам. А самое не могу. Наушники здесь обязательно в этом тире. Вот так вот. Все хорошо, сам себя слышу. Поехали. Не могу его вообще снять. Вот, остался у меня здесь этот ремень. Эта вот штука что-то раскручивается постоянно в этих сошках. Проверяем второй. О-хо-хо, ну да, все ясно. То же самое. Чудес не произошло. Пойду сниму. Разлетелись 3 минуты. На сотню 9 сантиметров. Это... Хуже у меня патронов еще не было. Даже не вижу смысла дальше стрелять. Что-то менять тут явно не в прицеле дело. Снимаю этот прицел. Ставлю назад тот. С прицелом выходит все хорошо. В целом все хорошо, патроны. Сейчас еще 2 всажу с этого прицела. Что? Ни хрена хорошего. На бобра до 50 метров еще. Все. У меня их 6 пачек. Столько бобров нету во всем районе. Ой, да, печальная ситуация. Ладно, сейчас еще с этим бахну. Чисто посмотрю. Пристрелка. Повторяемость, так сказать. Снял, поставил. Что-то какую-то повторяемость проверишь, если у них разлет. О, на всю руку. 6, конечно. Сейчас я уже не вижу, куда он. В принципе, мог и посмотреть. Хотя бы понимать, где первый, где второй. В центр прилетел. А эти зверки летят куда хотят. Поехали следующий, я думаю, этот нагрев ни на чем не скажется с таким взлетом. Не буду смотреть. Пойду там посмотрю. Посмотрю там на месте, сюрприз будет. Вот такая вот загадочная ситуация. Вот первый с оптики. Вот второй с оптики. Вот первый с парда. И вот второй, вот он. Я сразу думал, вообще в мишень не попал. Вот он куда попал. В тот раз я стрелял, у меня и так было, ну вот у них. Весь этот квадрат вот они разлетаются. Один центр, ну, по крайней мере, квадратик центральный, черный. Второй сдвоился с левым, тем, которым с оптики стрелял.
Сейчас еще один раз бахну, посмотреть, какой у меня тут вырисуется треугольник. Иду гляну. Сейчас вот так прилетели. Вот первый, второй и вот третий. Если бы они так летели, для этих патронов это было бы еще очень хорошо. Ну, это ж. Вот два сюда, один сюда сместился. Следующий сюда может взлететь. Еще одно что ли бахнуть? Бахну еще раз. Что там? Ну или это разлет такой, или сместилось немного влево. Это непонятно. Я так выстрелялся в прошлый раз. Сейчас какой-то ветер то есть, то нету. Все, прицеливаюсь, все хорошо, четко вижу, что момент выстрела все по центру. Пойду смотреть. Это цирк какой-то. Да. Что происходит? Сейчас возьму ручку, покажу. Вот. Здесь, ну вот это с оптикой. Вот первая оптика, вторая оптика. Вот первый спарда стрелял. Второй. Вот третий и вот четвертый. Ну вот из четырех, которые я стреляю с парда, вот. Где там солнце, вот. Три вот они сложили. Вот, минута. Один в сторону. Что с этим делать, я не понимаю. Где тут один он? Эти выше. Сейчас еще бахну. Да, я даже что сказать. Из четырех патронов три сложились в минуту. Два вообще соединились, один в один. Один в сторону вправо на полторы минуты получилось. Что происходит? Или это просто так совпадает? Как... Ну, надо следить, пока ничего не понятно. Может просто... Ну что, в тот раз они разлетались. Может, просто совпало. Как их отбирать, не знаю. Тоже что ли по весу пробовать отбирать. Ну, наверное, это бесполезно. С Барнумом я пробовал это все. Бесполезно. Ладно, еще один цепляю. Будем добиваться правды. Всеми путями. Выстрелил опять все четко. Сенсор. Надо уже запись какой включить. Запись. Я вообще не рассчитывал, что они хоть как-то сложатся. Идем смотреть. Что происходит, я вообще не понимаю. Где моя ручка? Смотрим. Вот он. Первый. Потом второй оторвался. Право. И вот они пошли. Третий я его подписал. Четвертый. Пятый. Они сложились. А не, вот третий, четвертый и пятый между ними. Потому что там было вот так, да? Ну как-то так, я сфотографировал, это видно. Факт то, что вот что происходит тут. Из пяти патронов, вот он один в отрыв. Вот они эти сложились. Три вообще в точку. Что происходит? До этого они разлетались хрен пойми куда. Сейчас еще бахну. И этот сложился. Из четырех пять в минуту. Три уже вообще один одного касаются. Что это? До этого был разлет. Из оптики штука стрелял, был разлет. Или это пачка, которую я начал? Я сейчас еще один с этой пачки бахну. И потом у меня еще есть другой. Партия это одна у всех. Что за жесть, хрен пойми. Все хорошо, четко. Ничего никуда не ушло, ничего не сорвал, видел четко, что центр стреляет. Идем проверять. Так, вот я уже вижу. Вот он.
И этот сложился. Вполне себе. Вот они. Шестой. Что это такое? Это пачка такая. Я с этой пачки сейчас больше стрелять не буду. У меня есть три штуки с прошлой пачки. Вот я их. А, это один. Оболочка. Вот. Ага, три штуки оболочки. Сейчас попробую с той пачки стрельнуть, посмотри, что происходит. Я вообще что-то не отдупляю. Партия ж одна, проверяли. Приеду домой еще посмотрю. Сейчас посмотрим. Момент истины. Куда полетит? Из той пачки. Чуть-чуть правее взялся. Ну, чуть-чуть, ну в черном. В черном было по-любому. Сейчас посмотрим, что. Не взял ручку. Вот он получается, вот он пробил мою шестерочку, что я рисовал шестой. Вот тут седьмой. Я видел, что чуть, я где-то вот сюда получается целился. Если бы я нормально целился, он бы был вот здесь. Это уже другая пачка пошла. Сейчас еще один. И этот прилетел туда же. Я видел, что когда стрелял, чуть правее ушло. Вот он чуть-чуть правее. Еще один стреляет. Вроде чуть левее уже догадался. Трухи плечом. А? Ну, тоже чуть-чуть все в черном было. Сейчас посмотрим. Так, где ты? Где ты? Вот он. Сейчас больше их выстреливать не буду. Это, конечно, что-то с чем-то. Да, бля, что не то раскидывать, не раскидывать, ни хрена. Вот получается шестой. Тут есть фокус, есть. Вот. Шестой вот стрелочка от него. Вот седьмой пробил эту шестерочку. Вот он. Седьмой. Парт. Сейчас я перезвоню. А вот это вот сейчас стрелял. Восьмой. Парт. Вот. Получается, вот с первого начал. Второй сюда почему-то. И потом вот 7 штук. Вот они. Чуть выше, чуть ниже. Ну вот. Такая куча меня вполне себе устраивает. И вот этот я видел, что я чуть-чуть взялся левее. Получается, он тоже где-то вот здесь должен быть. Походу надо немножко сместить сюда. Что это такое? Их же раскидывало вообще там было, черт знает куда. А тут вообще слаживаются. Фух, что? Результат. Не знаю я, что происходит. В тот раз у меня их раскидало. Я вставлю вот эту картинку. А сегодня они послаживались, я все думал, случайность, ну, бывает, там, два сложатся, три сложатся, их уже 8 сложилось в минуту. Ну, какая уже случайность, полпачки случайность. Пробовал, думал, пачка такая попалась, хорошая, а старая была плохая. У меня было 3 патрона со старой пачки, я сейчас вот уже 2 туда запулил, они тоже туда летят, куда эти. Что, что это было в прошлый раз, я не понимаю. Стрелять, что ли, разучился? Надо почаще ездить на стрельбище. Но у меня их 6 пачек. Ха, можно стрелять. Все, короче, сегодня я больше стрелять не буду. Меня уже все устраивает. Я даже подводить ничего не буду. Они чуть выше идут. Нормально. Вот сейчас на козла будет охота. Правда, оболочка на козла не очень-то. Но если других не будет, то придется охотиться с этим. С такой кучностью можно и бобру в голову стрелять на сотку. Без проблем, если они так будут лететь. Все, короче, на сегодня пристрелка окончена. Еще полпачечки расстрелял. Сегодня я доволен результатом. Еду домой. По дороге еще бобров посмотрю где-нибудь.
Все, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Будем охотиться дальше. Thank you.